Снимаю, значит, второе видео по айфону, который покупал на AliExpress. Работает, в общем, все четко. Тут в комментариях вопрос задавали. Ответил на него. Ну, в общем, по аккумулятору скажу, за 3 недели вот 1% исчез. Но это как бы нормально. У меня был тоже новый iPhone 10R. У него тоже где-то, у него там побольше аккумулятора, где-то, наверное, за месяц процент ушел, пока я им пользовался. Месяц процент ушел. Все. Телефон работает, все четко вообще. Нигде ничего не лагает, ничего. Классный, конечно, телефон. Вот. По памяти вот загрузил свою всю музыку. Так, сколько сейчас посмотрю у меня тут. Ну, памяти даже 64 гига, я не знаю, я как бы видео особо много не снимаю. Папа, кто много видео не снимает, даже фото, если как бы достаточно, там на 100-200 фото его куда хочешь, вот доступно 40 гигов. Сейчас спокойно. Из 64, хотя здесь, наверное, операционка занимает где-то 6 гигов. Вот. Ну, в общем, советую. Телефон очень хороший. Ношу его, вот стекло наклеил защитное. Ношу его в этом самом, в чехле, который прислал продавец. Ну, такой. Углы толстоватые, но это для защиты от падений. А так все нормально, в общем. Телефон понравился. Буду пользоваться. Конечно, с пикселем 6 не сравнить. Получше держит аккумулятор. Ну и фотит получше. Ну а так остальное все, в принципе, нормально. Быстро, не тормозит ничего. Всем пока.